Потом я, да. Значит, дорогой господин, ты будешь говорить, когда я буду делать паузу. Дорогой господин... Александр Бронштейн. Ой, где такой голос? Да. Мы хотим подарить тебе вот эту вот... Пень. Хрень. Пень. Которая говорит... Ну, вообще, Алик, мы хотим тебе пожелать. Похоже. Пожелай. Нет, пожелать. Пожелать. Что пожелать? А я тоже не догадываюсь, сколько. Сиерс, что там пожелать? Я не знаю, что. Вторую половинку, чтобы тебе она покупала рубашку. Нифига тебе, как тяжело было, даже я тоже не догадался. Вау. Вот если бы мне покупала вторая половинка рубашки, я бы знала, что мне не ММ надо покупать, а... А поэтому она не твоя вторая половинка. А поэтому она не твоя вторая половинка. Как ты ни крути, но мы не пара, не пара. И не 15,5, блин, а 16,5. Ну, Алекс, там есть гипертиз. Все, сходишь, меня. Все, the